где-то просто говорили, что ты мог бы сыграть отлично Березовского в кино. Здрасте, меня Лунгин даже утвердил на роль. Да ты что? А потом он испугался все-таки делать фильм без звезды. Ага. И он тихонечко слинял. Так, слинял. На роль, ты про какой фильм ты говоришь? Ну, «Олигарх». В «Олигархе»? Да, все, да, пробовался, утвердил, потому что съемочная группа аплодил. Что ты? Да. А я даже готов был взять творческий отпуск на 3,5 месяца в «Коммерсанте». Хотя в кино бы я получал меньше, чем в «Коммерсанте», понятно? Ну, да, но да. Я был готов на это. И, то есть, отказаться от зарплаты на время, да, и вот сниматься в кино. Интересно. Но он меня очень следил. Ну, может, он и прав, потому что там были иностранные деньги, и без звезды делать фильм, наверное, все-таки... Ну, ты звезда. Нет, конечно, нет. В этом, ну... Может. Хотя я бы, конечно, сыграл лучше, чем Машков. Я Машков абсолютно, говорил. Да. Ты по энергетике гораздо ближе. Да, да. Борис, я точно лучше бы сыграл, по каким-то представлениям. А потом мы когда с Пашей встретились, как-то выпивали, а там еще люди были. И он сам поднял этот разговор насчет того, что он меня, значит, слил. Я говорю, вообще, Паш, ты сделал нежирный мазок такой. Ты взял бы лучше бы на эту роль Филиппа Киркорова или певца Юлиана. После этого Паша со мной полгода еще не разговаривал. Ну, зато я думаю, что Борису-то было лестно, что его сыграл, в общем, такой вот... Ну, наверное, они в свое время дружили очень с Машковым. Как был у них период, вот там они прям... Ну, да, он в Антибе там все время. Я сталкивался и видел. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».